монтировать в фотошопе, делать анимации в фотошопе. Довольно стандартная штука на самом деле. И, кстати говоря, вы сейчас видите фон. Этот фон сделан из обычной фотографии. То есть вся эта анимация сделана просто в фотошопе за пару кликов, за пару минут. И я вас сегодня научусь делать ровно такую же штуку. Поэтому не будем медлить. Погнали! Любите скетчи? Любите челленджи? Так как канал «Кто бежит» для вас. Чувак пытается найти свой контент и старается делать все более-менее качественно. Скетчики, челленджи, летсплей, многое другое. В общем, чувак пытается и старается делать контент. Поэтому советую вам зайти к нему на канал, посмотреть парочку видосов и передать ему от меня привет. Было бы круто. Спасибо. Наша задача сегодня — научиться анимировать статичные фотографии в фотошопе. Давайте перед тем, как мы именно перейдем к тому, что будем обучать, я вам покажу еще парочку примеров, что можно сделать с помощью этой же самой анимации. Вот. Или, например, не знаю, там, вот. Еще вот такие. Ну и многое-многое-многое другое. Все зависит от вашей фантазии. Я вам покажу примерно, как это делается. Далее вы можете с помощью этой штуки анимировать облака, анимировать воду, анимировать дорогу, анимировать всякие штуки, которые анимировать довольно просто на самом деле. Да, есть даже специальный отдельный софт для того, чтобы делать подобного рода анимации. Но нет, он не крутой, он не интересный, нафиг его надо. Мы любим фотошоп, будем делать это в фотошопе. Сразу говорю, на финальный результат мега сильно не оглядывайтесь. Просто я нахожу картинки прямо во время туториала и использую те, которые мне попались, и я подобрал не очень крутую. Сделать можно лучше, главное подобрать хорошую пикчу, чем вы займитесь, если хотите повторить за туториалом. Итак, зайдя в Photoshop, мы загрузили какое-то изображение. Я выберу водопад, потому что здесь будет довольно наглядно видна сама анимация. Если у вас изображение огромное, а у меня эта фотография в таком огромном разрешении, сделать это разрешение нам нужно немножечко поменьше. Для того, чтобы потом не перезагрузить, не убить наш Photoshop таким огромным файлом. Потому что он весит просто дохера. Итак, во-первых, выберем режим маски. Потом выберем режим не карандаш, а кисть. Кисть сделаем побольше, а саму нашу жесткость нужно поставить на минимум. Теперь нам нужно выбрать то, что мы хотим анимировать. А именно у нас это будет, например, водопад. Просто выделяем нужный нам объект. Также меняем цвет на белый, если что. Жесткость сделаем чутка побольше. И немножечко наш эффект подправим, убрав вот эти жесткие края. Иначе наша анимация сползет на горы, а это уже... Ну, не айс, что ли. Далее нажимаем еще раз на кнопку маски или нажимаем просто кнопку Q. После этого заходим в выделение, инверсия, редактирование, копировать, редактирование, вставить, чтобы у нас просто создался новый слой отдельно только с нашей водой. Теперь нажимаем окно, шкала времени. Знакомая штука, не правда ли? Как будто вы начинаете монтажить видео уже, да, шкала времени, слои и так далее. Нажимаем создать шкалу времени для видео. Делаем наше изображение поменьше где-нибудь вот настолько. Теперь нажимаем ПКМ по нашему верхнему слою. Преобразовать в Smart объект. Теперь мы раскрываем наш слой. Делаем keyframe на перспективе. Перемещаем куда-нибудь подальше нашу стрелочку. Делаем еще один keyframe. Теперь отдаляем с альтом наше изображение. С альтом что? И нажав Ctrl-T, мы его просто вот так вот вниз как бы опустим. Еще больше. Нажимаем Enter. И смотрим, как это выглядит теперь. Давайте нажмем вот сюда. Выберем выведение изображения. Перенесем его вот сюда. Выберем выведение изображения. Перенесем его вот сюда. Чтобы у нас была плавная такая анимация. Теперь выбираем наш фон. С альтом немножечко опять же зумим. Выбираем снова нашу маску. Выбираем снова кисть. И опять же размер побольше. Жесткость поменьше. Черный цвет. И нам нужно выбрать... Что мы еще будем анимировать? У меня, например, это будет такая дымка, что ли, которая находится вокруг нашего водопада. Повторяем то же самое, а именно инверсия, Ctrl-C, Ctrl-V. Нажимаем снова на наш слой и преобразовываем его в смарт-объект. Сделаем его такой же длиной, как и то, что у нас сверху. Теперь мы снова раскрываем слой, выбираем перспектива, мотнем подальше, нажмем снова на keyframe. И здесь опять же Ctrl-T. И делаем немножечко это все побольше. И как вы видите, у нас есть небольшой косяк. То, что, как вы видите, у нас немножко передвигается еще наша земля. И мы это видеть особо не хотим.
Как от этого избавиться? Выбираем наш фон, Ctrl-G, перемещаем его в самый верх. Выбираем то, что это у нас слой маска. Теперь наша задача выделить то место, где мы хотим, чтобы было видно анимацию. Также я тут забыл поставить еще один keyframe. Ставим его, делаем наше изображение вот это снизу побольше. Keyframe в самый конец. И выведение изображения также переместим на наш слой снизу. Теперь выберем оба слоя справа. Нажмем создать группу. Пару раз ее скопируем. Их немножечко вот так вот переместим. И смотрим. Также давайте еще раз скопируем этот слой. Перенесем его вот так вот. Скопируем еще раз и перенесем его вот так вот. Это позволит сделать нашу анимацию менее заметной. У нас будет полное ощущение того, что эта анимация бесконечная, если мы ее включим. Теперь снизу есть такая кнопочка, как вывести видео. Нажимаете ее. Выбираете название, выбираете, куда сохранить. Настраиваете частоту кадра, все это настраиваете. Я оставлю все, как было изначально, и просто нажму рендеринг. Опять же, все, что я сделал, это довольно неидеальная штука. Из-за того, что подобрал фотографию, я не самую лучшую, но та, которая у меня была. Но я вам показал принцип работы, которого вам хватит для того, чтобы вам сделать топовую анимацию. Так что давайте на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте на него лайк. Чем больше лайков, тем больше видосов, как говорится. Наберете, ну, скажем так, 2 косаря лайков, и завтра будет новый видос. Как вам такое? Все зависит от вас. Чем больше лайков, тем больше видосов. Также пишите в комментариях слово «водопад», если вы достали видео до самого конца. Тогда я пойму, что ты реально крутой чел, который смотрит мои видосики до самого конца. И у тебя появится шанс попасть в начало моего нового видео, как было с топ-комментарием в начале этого видосика. Поэтому с тебя комментарий, лайк и подписка на канал, если ты этого еще почему-то не сделал. Спасибо тебе за просмотр. Нажми на левое видео и на правое, если хочешь посмотреть. А также по кнопочке посередине ты можешь подписаться. А с вами был Дориан Карнет. Пока!